Всем привет! Сегодня я расскажу, как засыпать траншею. Если вы когда-нибудь копали на своем участке траншею, прокладывали какие-нибудь коммуникации, то потом становился вопрос, как засыпать так, чтобы не было ямки и чтобы не осталась лишняя земля. Банальный вопрос, как засыпать? Берешь лопату и засыпаешь. Ну, есть один нюанс. Через год, как правило, появляется ямка на том месте, где была траншея. Так вот, необходимо всю землю, которую вы выкопали, поместить обратно. Но как ее туда не тули, она туда не помещается. Так вот, я сейчас расскажу, как делаю я. После того, как мы проложили все необходимые трубы, берем всю землю, насыпаем на место траншеи. Поверху горки, которая у нас получилась, прокапываем небольшой канал. И в этот канал начинаем лить воду. Сейчас я покажу результат уже такого подхода, что получилось. Вот смотрите. Была траншея. Вот у нас здесь люк, туда пошла труба. Здесь текла вода. Вот смотрите, просела буквально до исходного уровня. Здесь было насыпано, чтобы вы понимали, где-то вот такой уровень. Вот такой уровень земли рыхлый был. Сейчас все селось и можно, в принципе, выравнивать под ноль. Проливал я довольно много. Воды сюда ушло, ну, прилично. Вот смотрите, как оно проседает. Идут трещины. Траншея довольно большая. Ну, вот получилось вот так. То есть внизу уже все утрамбовалось. Сверху можно выравнивать и утрамбовывать. Все, спасибо за просмотр.